Йоу, всем привет, дорогие друзья, здравствуйте. А это финал. Это финал, и мне вчера прислали на почту приглашение принять в тестирование данного продукта. А что это такое? Банк А, понял. Давай вот такую сыграем. Я сейчас одну катку катнул, чисто попробовать. Я помню, раньше играл, когда она только, ну, вышла, да, в бету. Не в бету, даже в тесте, она тоже так же была, посмотреть. Но забыл все напрочь, что делать и как, что быть. И сейчас я тоже так же не понял, поэтому... Нам нужно в главный приз завоевать 10 тысяч. Но у нас пока это не получилось. Сейчас посмотрим. Я так и не разобрался вообще. Чё к чему? Так, это моя команда. Нифига уже какие ребятюльки. У нас есть резерв. Есть вот такой набор, да? Фига, там люди кричали, ну, зрители, на обратный отчет. Это на арене мы, короче, как я понял, рубимся за главный приз с нашими ребятюшками. А, Б, есть точки. У нас есть офигенный подкат. Идем на волт. Да. Метку поставил, чё. Есть паркур. Элементы паркура. Бля, единственный тут на Е почему-то. Нет, ну это можно. Сука. Я не знаю, какая здесь защита. Так, нас размотали. Какого-то китайца заебешили. Бля, как-то громко, надо было чуть-чуть звук сделать потише. Ну ладно, потом. Это у нас что такое? Мьюзик. Диалог. Вот это, наверное, чуть-чуть сделаем. Так, нас просрали. Мы про это. У нас синяя команда, я не понимаю, какая. О. Давай, 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 давай. Я на крышу. Заебал это так, немётчик ебаный уже. Это как здесь вообще безумный на самом деле. Слушай, а здесь походу решает, блядь. Так, он упал, а не он, он. На, нахуй. Блять, и он меня поджег. Да ну нахуй, ну вы гоните. Блять. Я сейчас сгорю, походу. У меня есть хил какой-то, блять. 4. А, это я кого-то возрождаю. Заебись. А вот это что за хуйня? А, мне надо просто посидеть и проходит, да?
Блять, ну я говорю, ТТК пиздец просто. Бля, опять меня ебанули. Да идите вы в пизду. Ща, пацаны. Детектор, блять, меня чекают. Почему, сука, подкат не работает? Так, один аж резнулся, второй. Я не знаю, смогу я его поднять, нет? А, понятно. Сука, никого не убрал. Блять. Да иди нахуй. Себя постреляй, блять. Да это какие китайцы, блять, ну, а где наши, а вот наша команда, мы на третьем месте, короче, свалились уже. Я не знаю, что это, очки, у меня меньше всех, заебись. Я пока не могу, вообще какое-то говно этот АК, блять, он вообще не дает урона. Вообще не работает урон. Сука, хотел проскочить. Но эти ребята вообще какие-то жесткие, походу. С писта, блядь, меня ебанул. А что такое G? Блядь, где эта, блядь, ебаная кнопка? Что это значит? Это закрыто у меня. Что, блядь? Как у меня на респе-то, блядь, я уже ёбнул. Бред какой-то вообще. Такая... Не, это хуета, короче. Все понятно. Такое ощущение, что у меня вообще к ним дамага нет, а у них пиздец какой дамаг. Как это работает? Почему я не могу, блять, их продамажить? Пиздец. Все, я опять сдохну сейчас. Бред какой-то, блять. Эти уже смотри по 10, мы вообще ничего не срубили. У меня говно в руках какое-то, а не калаш. Он вообще не наносит урона, блять.
блядь! Пиздец. Вообще же, заебись! Что-то мне не нравится эта игра вообще. Нулевая, блядь, какая-то. Смотри, сколько урона, блядь, он сейчас в него въебал, и он его не убил. Такое ощущение, что у них дамаг, блядь, хуй знает какой, а здесь вообще его ноль. Чё за бред? Я не понимаю, блядь. Это что за хуйня? Чего? А, бля, я думал, сквозь текстуру пролетел. Блядь, да ты ебан... Ни разу не... Пизду, понятно, короче. Я понял эту игру. Он ни разу не промахнулся, пока я, блядь, ехал, ёпты. Это пиздоболы. Походу. Я не понимаю, что здесь вообще происходит. Какие-то задроты, смотри, он их таскает, блядь, как-то. Пиздец. Так, я понял. В общем, ломиться не надо, да? Сломя голову. Заебись. Разъебали все. Че, ебанутый? Блять, я хуею с этого всего. Тут, да, тут разрушается все, кстати. The shock and awe just made their return to the arena. Throwing some goo. Что за хуйня? Почему, блядь? Какой-то бред. Я не понимаю, как эта хуйня работает тут вся. Looks like a team wipeout for the live wires. Блять, кто придумал управление ебаное? Блять. Надо поменять. Если у нее джимбинс, надо под себя подстраивать управление. Вообще не рабочее. Нам удерживать надо?
кончились. Давай быстрее, ёбаный рот. Блять. Пизда, у меня патроны кончились. Мы его нихуя вообще не заработали, пиздец. Заебись. В смысле? А, я вот он. Фигурка моя, видишь? В таких солдатиков превращаемся, когда сдохнем. Чё, нам на... А, надо. Блять. О, мы червонец хап? Мы успели всё-таки, да? Блять! Минус. Нас чекают. У кого-то есть такая хуёвинка. Ну тут надо разбираться. Надо разбираться, если честно, с игрой. Блять. Как они берут их? Нам на А надо. Unbolting vault 4. It's the shock and awe. It's time for a new event in the arena, which is sure to test our contestants' skill. Да ладно, блять, вот это вот пиздобол какие-то. Сука! Как он успел быстрее перезарядиться? Тут есть какие-то обилки, что ли, блядь? Не понимаю, нахуй. Но мы проебали, у нас одна минута осталась. А, подожди, мы на первом месте? У меня два... Я вообще не понимаю, что это за цифры, блядь. Но я меньше всех, нахуячил. Блядь. Нам что надо теперь? Я пока, знаешь, слабо понимаю, что тут, чему. То есть понятно вроде, как надо захватывать точки вот эти. Блядь. Блять, не долетел. Да ёбаный ты насрал, блять. По какому все? По какому считается это все? Я не пока. Мы выиграли? Охуеть! Это первая победа. Не понимаю пока, как это все работает, но ничего, разберемся. У меня меньше всех очков. Саппорта зато больше всех. Ассист. Смерти, это мои смерти или что это? Два возрождения. Непонятно, короче, нихуя. Сколько я киллов сделал, тоже не ясно. 4000 очков опыта. Это Battle Pass, походу, прокачивается.
Тут, скорее всего, есть... О, новый шмот. А, тут, скорее... Скорее всего, тут, наверное, надо кастомизировать. Ну, то есть, можно одевать своего персонажа, потому что, ну, урон вообще дикий какой-то. У тех у меня вообще никакого. Непонятно. Ладно, это был первый обзорчик, так сказать, за долгое время. The Final. Открытая бета-тест. Если захотите, милости просим. По-моему, можно заявку кинуть, и они дадут доступ. Вот. Я кидал заявку еще в то время, когда она тестировалась первый раз. Сейчас они прислали мне ключ. Ну, не ключ, а то, что мне открыто это все дело. Пожалуйста, заходите. Поэтому, если вам нравится такого жанра игрушки, попробуйте, вместе покатаем. Ну, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Не забываем прожать лайкосик, поставить... Ой, блядь. Прожать колокольчик, поставить лайкосик, ну и подписаться на канал. На этом все. Всем пока, удачи, увидимся.